сказать, Максим Леонидович. Ну, мой доклад посвящен задаче каши для переопределенных систем специальных проблем. Но это, все это нужно для того, чтобы решить, или, так сказать, максимально упростить получение решений систем специальных уровней в частных производствах. Это абстрактное. Ну, у него, да, не, допустим, тяжелая научная работа. Я... А как вы относитесь к всей этой гранжной системе? Насколько она у вас как чисто, ну, по большей части теоретиков? Было давно. Нет, я в Швеции был студентом по обмену. Вот они там, ну, все были на грантах. То есть вы видите, что у них как бы система еще жестче? Да, да, у меня жестче. А по поводу, может, постдоков, они не помешали? Постдоков был, но не защитился. Нет, у меня есть. Тем более, если друзья в Америке, в Америке работают там. Его начальник приезжал, ну, там, я сказал, что он должен специалист, который математик, и короче, опять универсальный человек. Да, его не всем нужно универсальный, который диссертации пишет, программирует еще и докладывает. Нет, ну, нет, в этом русский у него там. До этого русский работал, вот, соответственно, русский хорошо работает, да, русский хорошо работает, я поэтому русский. Ближе понимание, что позиция постдока, она в целом ну, не так сильно отличается от позиции PhD-студента. Да, это не очень много. Да. Ну, может, процентов, наверное. 6 назад это было как-то, знаете, так еще, ну, на какой-то тенденции. А сейчас я так смотрел, там будет 20 год даже назад, какие-то постдоковые позиции, понимаешь, что, может, ну, и нафиг не надо. Ну, так, если откровенно говорить. Ну, тем более, ну, сейчас... определенный трамплин, чтобы завестись, и потом уже найти там, допустим, профессора, да, да, доцента, чтобы, ну, или доцента, или промышленность, допустим, ладно, еще там, где промышленность. А вы из Москвы сами? Да я вот, да, вчера приехал, закажу, а здесь такое. Здесь девушка у нас как решение дачи каши.